Самарцам нужно заплатить налоги до 1 декабря. Рассылка электронных уведомлений уже началась. Получить их и оплатить довольно просто – через личный кабинет на сайте. Для доступа к сервису налогоплательщик с паспорта может лично обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля. Это удобно для горожан в период пандемии, ведь для получения услуг не обязательно ходить в инспекцию. Все доступно онлайн. Конечно, онлайн-сервис это намного упрощает работу налоговых органов. Нету очередей и как-то более лучше взаимодействие онлайн. Это происходит намного быстрее. Если у вас есть автомобиль, вы собственник квартиры, комнаты или гаража, тогда вам в обязательном порядке необходимо до начала зимы оплатить соответствующий налог. Имущественные и земельные налоги пойдут в городской бюджет. На эти деньги традиционно ремонтируют внутриквартальные дороги и обновляют дворы. Поэтому власти районов Самары сейчас активно разъясняют населению важность своевременной уплаты налогов. Проектом комфортной городской среды, проекту содействия, твой конструктор двора. Все то, что сегодня радует жителей и то, что действительно люди и ждут в следующий год, зависит сегодня от своевременности, оперативности уплаты налогов. Только за этот год в Ленинском районе Самары благоустроили 17 дворов. Произошло это в том числе и благодаря добросовестным налогоплательщикам. Например, преобразился двор по улице Ульяновская, 99. Здесь появились новые скамейки, игровые комплексы, урны, детские горки, качели, газонные ограждения. Полностью заменили асфальт. Мария Елчан, Николай Сидоров, «События».